перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что ты делаешь, Сергей? Мне это написали, что мне показываешь по моему фильму. А зачем? Убирай все. В смысле убирай? Там, внимание, там 2500 человек. Сколько? 2500. А Арочка контроль двери напротив. Всех меньше становится. Заключай, я. Москву, в Алматы ехал. Не говори, куда я. Хотел сейчас конкурс сделать. А? Они тебя слышат все. Салам из Нальчика. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи, дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Никита Илья. Привет, Соша, Маркус, самолетный аэропорт. Классные наушники. Никто не хочет AirPods прогнать. Лететь? Спасибо, что вы с нами. Желаю вам приятного полета. Куда ему прийти? Джентльмен, здесь как только можно лететь при Аэрофлот. Можно идти сексер. Аэрофлот нам представил полдня. Москва-Стейском, Москва-Шкамин, тут в Алматы. Все, убирать? Не знаю. Да, мои господа, меня зовут Венера, я старший мой проводитель экипажа. Приветствую вас, мы будем аэропорта. Приоритетом нашей авиакомпании является ваша безопасность. Aeroflot for life. Дамы и господа,
Обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Куда летим? Вопрос, куда мы летим? Кто угадает, куда мы летим, тому плюс 100 в карме. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. Два передние части самолета, 4 аварийных люка на плоскости крыла. Левый только зазнался. А вам слышно нормально меня вот с такими наушниками, потому что я проебал все свои AirPods? Это, знаете, аварийные выходы расположены в носовой, хвостовой и боковых частях самолета. В случае разгерметизации кабины, кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panels. Альбом готов на процентов 40, блядь. Да, я сам ждал. Обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. В Москву 15-го или 14-го, я не помню. Или 14-го, или 15-го. Я лучше прохладе 14-го. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Блядь. Чтобы отстегнуть ремень... Мне кажется, скоро я уже выйду в такой эфир, который, блядь, пошлю в очередной раз всех тех, кто заебал. Пока, блядь, живите спокойно. Да, раз, блядь. О, Тигос, он был. Благодарим за внимание. Кэти дом. Надеюсь. Located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Тигу, нормально, у нас кошерная еда будет на самолете. По маршруту двигаемся. Мы по маршруту. Мы готовимся к взлету. Тигу, спрашивай. Разместите ручную кладь на багажной полке или подсоедините кресло. Не, подожди, нельзя забрать. Все электронные устройства и мобильные телефоны должны быть приведены в авиарежим. Не знаю, что такое. И другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. По указанию экипажа в случае необходимости все электронные устройства должны быть выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. Я без AirPods, потому что я четвертую или пятую пару AirPods проебал. Мы выключаем основное освещение. Не могу найти, не знаю, где они. Благодарим за внимание. Please place hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seatbelt. Return your seat to the upright position. Stow your tray table. Open your window blind. Your mobile phone and electronic devices must be turned to a flight mode or switched off. Никто не угадал, куда мы летим. Никто даже не пытался угадать, куда мы летим. Тот, кто угадал бы,
мог получить за бонус неплохой. Развездился, пиздец. Да, есть, есть такое. Иди нахуй сам. Игорь, ты знаешь, да, куда летим? Я не сомневаюсь, ты знаешь. Ладно, когда будет 10 тысяч, тогда я... Когда будет 10 тысяч, просматриваю. Серьезно, ты говоришь? Мутный, замотный, вообще весь, ну, почти всегда перейдет. Блин, а вот там есть вот. Ага. Ну, что, все хорошо. Да, можно смотреть, мне кажется. Если разрешу, да не, ладно, лучше. Разобери на себя, направь. Да, Сакену просто. Как, Сакену? Сакену, Сакен, да. Меня Сакен зовут. На подсказку. Сакен, ты ему скажи, что если что там, дядь или Казахова, где? Сейчас, подожди. Нет, так и 8. Май. На, положись. Да подожди, не работает просто. Ручка просто не работает. Долго лежала. Дай ручку. Не надо, я ручку.